Всем доброе утро, Лазаревская. 8 часов 7 минут. Улица Кавараж. И сегодня, между прочим, уже 8 августа. Последний месяц лета. Не скажу, что сегодня солнечный день. Во всяком случае, как тележка проехала. Машинка. Во всяком случае, с утра пасмурно. Но море, судя по всему, спокойное, тихое. Сейчас пойдем посмотрим, какое оно. Владимир уже тоже на боевом посту. Михаил. И Рубен тоже. Машинки, вот видите, стоят. Опять скрипит потертое седло. Вспомнилась песня. Доброе утро, Алексей. Доброе. Спасибо, человек нашелся, отзвонился, да. Вот видите, Алик нашелся. Алик нашелся, слава богу. Вот так вот. Спасибо. Мы нашли мальчика. Мальчик был найден, да. 65 лет мальчику. Пойдемте посмотрим на море. И я пойду купаться. Нет, не купаться. Это неверное выражение. Я пойду плавать. Вот вечки, вот так. Вот смотрите, какой пляж, какая обстановочка на море. Сейчас я тоже пойду посмотрю и поплаваю. Посмотрим на качество водички. Водичка прозрачная. Вот. Камешки видно. Рыбок тоже, кстати, вот видно, проплывает. Если бы не было легкого волнения, то было бы, наверное, еще лучше видно. Ну, по факту штиль на море, штиль полный. Волной вот это вот не назовешь. Просто с утреца читаешь комментарии, что только не начитаешь, знаете, иногда читать уже не хочется. Люди были в июле, все время мутная вода, все плохо, мы все умрем. Как будто бы я не показывал хорошую воду. Да, были шторма, были. То есть никуда не денется. Но были и хорошие дни. И их было больше. Гораздо больше. В общем, вот такая вот обстановочка 1 августа 2023 года. А я пойду плавать. У меня еще есть минут несколько. Поплавать. Сапы, пиратский корабль вон там, вон на горизонте. Обратите внимание на ровные линии буйков. После шторма их все восстановили. Теперь прям все четко, красиво, красиво. Как будто бы ничего и не было. Как будто бы не было шторма. В принципе, в этот раз шторм очень даже так быстро пропал. Ну, точнее, последствия шторма, я имею в виду. Как-то так вот вроде бы был достаточно сильный. А потом бац, смотришь, и все хорошо. Море стало чистым буквально за 2 дня. Вчера, правда, меня не было, но мне кажется, что вчера оно уже было чистое. Вчера я постоял в пробочках по пути из Краснодара. Всем доброе утро. Очень рад, что Алик нашелся. Всем пока. Да, напоминаю, я на Дзен-канале, если что, ребят. На Дзен-канале.